Вот как весело в нашем дворе. Сейчас начало 9-го, 20:15. Да, и вот так у нас бывает весело во дворе. Красивый вечер. Голубой. Красивый закат солнца. Ах, какой вечер. И очень теплый был день, вечер, поэтому детки так играют, шумят. Да, хорошо стало, вот как им весело. Да, теперь посмотрим на стройки. Уже вырисовывается. Уже что-то начинает показываться. Вот Ильминский 17, стройка. Ильминский 17. Такой кран красивый. Работают и ночью они. Вот, уже что-то виднеется на стройке на 5-м корпусе. Да, уже что-то 5-й корпус возводится. 5-й из 6. ЖК Ильминский 17. И мне будет виден частично. Да, мне это интересно. Буду снимать почаще именно эту стройку. Еще потому, что они мне закрывают обзор. Вот здесь я наблюдаю на 9 мая пролет самолетов. И они мне закроют. И будет меньше пространства мне для съемок. Да, вот еще дом будет. Надеюсь, что там дальше не будут ничего строить. Вроде там негде строить. Ах, да. А здесь Силикер-Сити. Вот как смотрится. Стройки, дома по соседству.
хорошо есть и погулять. Деткам радости-то сколько. Ах, мы бы гуляли, если бы были такие площадки детские хорошие раньше. Моих не было раньше, а сейчас так хорошо. Да, завидую этим деткам. И мы бы тоже так играли, кричали, веселились. Поэтому меняется к лучшему. Обустраивают дворы для детворы. И это очень хорошо. Как заметно, глаза темнеют. Вот уже и заката нет. Да, дом лет. А этот уже сдал на ремонт. Вот, Ленинский, 17. Ах, как он красиво смотрится. Светящийся столб. Это можно. Да, уже что-то видно. Не вижу, что посмотрю. Ну, вроде работы какие-то, похоже, сварочные работы. Далеко не вижу. Посмотрю на отснятые материалы. И вроде кто-то ходит там. Да, скоро будет видна эта стройка. И я ее буду вот так снимать. Они и ночью работают. Я поглядываю ночью в окно. Работает. Я не всегда снимаю, но смотрю я в окно частенько. Да, 35-й корпус ЖК Ильинский, 17. Вот здесь. Стройка еще будет продолжаться двумя домами. Да, скоро я дойду туда, в офисе продаж зайду, поснимаю. Ах, как красиво. Мне так кажется, на мой взгляд. Да, закат солнца уже нет. И вот так весело в нашем дворе. Это я снимаю как-то в затишье. Редко когда детки вот так вот веселятся. Это радует, это хорошо. Как-то детки кричат, веселятся. Но не взрослые по ночам. Когда взрослые, тогда плохо. Но сейчас стало тише, редко какое.
шумят иногда. Не как раньше. Того, что раньше уже нет. И это очень хорошо. Дает нам отдыхать. Да, глаз не отвести. У нас район Западное Дегунино называется. Северный округ города Москвы, столица. Западное Дегунино. Да, и население большое уже. Скоро 100 тысяч будет. Сейчас 80. А он у нас небольшой. Он узкий и длинный. Вот там начинается от железной кольцевой. И дом как вот в ту сторону. Узкий и длинный. А в ширину вот где-то 600 до железной дороги метров 600-650. Ну, максимум 700. Вот в этом месте, где я живу. Вот от моего дома. С дороги и до железной дороги это здесь метров 650 или 700, но не более, и длинные 7,5 километров, где-то так. Вот такой у нас район, и промышленный еще, заводы есть, промышленные предприятия не очень благополучные в плане экологии. А все застраивается и застраивается. А вот здесь вот эти коммерческие дома, жилые несколько, точечное строительство. Там по реновации. Скоро пойду в поликлинику, поснимаю. Реновации будет, будет много домов. А вот с этой стороны, вот там, где метро Верхний Лихобор, я тоже туда пойду. Просто поснимаю и метро, и те новые дома отстраиваются. Надо посмотреть, запечатлеть. В самом начале нашего района, вот там я буду гулять. Выйду. Почти на окружной. Ну, так, где начинается наш район. И пройду пешком. Мимо Верхних Лихоборов, мимо Селигерской до дома. Мы живем вот здесь. Дома у нас в средней части района. В первой, как бы, половине. Даже не в средней. Вот оно заканчивается в средней, в той стороне. Да, пройду я пешком и от своего дома до Ангарской. Хожу иногда чаще обратно, на обратном пути, чем туда, поскольку по делу езжу. Да, ну, мне интересен мой район, поскольку я здесь живу, давно живу. 35 лет, с 1985 года. Поэтому мне все интересно в своем районе. Все интересно. Ну, так и должно быть. Надо знать, что происходит по месту жительства. Так я полагаю. И периодически снимаю на память то, что есть у нас. Это то, что будет. Да, хотелось бы узнать, что будет, какой-то план развития района. Все хочется посмотреть, но не знаю, где его посмотреть, увидеть.
Да, мне это все очень интересно. Да, вот такой вид из окна 22 августа 2020 года. Ах, да, новые дома. Картинка очень изменилась. Новые дома, хорошие дворы. Но нам еще больше зелени нужно. Недостаточно еще. И совсем новостройки. С высотками, небоскребами. Поблизости. Ленинский 17, Селигер Сити. 45 этажей. Я все удивляюсь. 45. Из окна они хорошо смотрятся, красиво, и с земли. Буду периодически снимать на память, как было. Да. Начало 9-го. Вечера на севере города Москвы, столицы. Вот так. Красиво. Мне очень нравится.